Привет, мои дорогие, с вами Оксана, и сегодня я хочу показать вам одежду. Конечно, всю одежду я покажу вам с примеркой, и в общем, кому это интересно, оставайтесь со мной. Тем, кто впервые попал на мой канал, присоединяйтесь. Девчонки, конечно же, вы уже успели догадаться, что ту одежду, которую я вам сегодня хочу показать, я получила с сайта Shein. Кто, возможно, впервые на моем канале оказался и, возможно, не знает о том, что я делаю обзоры на одежду с разных сайтов, я очень люблю сайт Shein, и, в общем-то, сегодня хочу вас познакомить с очередным своим заказом. В этот раз я заказала много одежды и летней, и легкой, и утепленной. И, в общем-то, мои дорогие, устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра. И, девчонки, я думаю, что вы уже успели заметить на мне вот эту вот классную блузу, которую я с удовольствием уже ношу. И, конечно же, ту одежду, которую я показываю в своих обзорах перед тем, как показать вам и рассказать о том качестве, которое эта одежда в себе имеет, я, конечно же, стираю. В общем, эта одежда уже прошла стирку. В частности, вот эту блузку, естественно, перед тем, как носить, я постирала. И, в общем-то, никак она не изменила свой внешний вид. Что касается самой блузки, она выполнена из очень легкой ткани. Ткань похожа на шифон. По составу написано, что это 100% полиэстер, но полное ощущение вот этой легкости и дышащей вот этой ткани, оно присутствует. К тому же очень удачный крой у этой блузки. Я, скажем, когда делала заказ, выбирала именно размер, ну, собственно говоря, по фасону я определилась сразу. Мне действительно нужна была блузка летняя, легкая, которую можно одевать и под жакет. То есть за счет того, что горловина выполнена вот такой стоечкой, стоечка очень комфортная и свободная, она продублирована, то есть она хорошо держит свою форму. И хотелось именно вот эту легкую блузку, чтобы чувствовать себя комфортно, и когда очень жарко, и в то же время можно было накинуть что-то поверх вот этой блузки. Кстати, вот эту блузку я заказывала в размере M, с размером я угадала, прям точно-точно угадала. И скажу сразу про параметры. Мои параметры 90, 60, 95, при росте 1,58 м. Размер M вот этой блузки подошел мне идеально. Она имеет очень хорошую длину, то есть вот тот момент, нижняя часть выполнена на резинке. Резинка не плотная, она не тянет, она хорошо вот так вот, свободно бы я сказала, лежит по талии и классно вот драпирует именно вот нижнюю часть. При желании, конечно, можно эту блузку и опустить, она довольно-таки хорошую длину, видите. При желании можно резинку брать, но я, конечно, не буду убирать, не буду ничего переделывать. В общем, одела и пошла. Очень такой комфортный крой, очень удачно выкроена вот сама эта пройма. По спинке имеется капелька с застежкой. Тоже довольно-таки комфортная вот эта застежка. В общем, блузка классная. И, девчонки, что касается расцветки, были разные. Я выбрала самый нежный оттенок. Там были и яркие, довольно-таки насыщенный голубой фон был вот у этой блузки. Был, по-моему, фон более яркий, розовый. В общем, блузка идеальная. Все швы очень аккуратно прошиты. Но я в каждом своем видео говорю о том, что качество одежды с сайта Shein классная. И, скажем, те времена уже давно прошли, когда одежда с сайта Shein могла бы вызывать какие-то сомнения. В общем, давно заказываю одежду с этого сайта. Очень редко ошибаюсь с размером, практически не ошибаюсь. И вообще не ошибаюсь по поводу качества. В общем, конечно, стараюсь я выбирать на этом сайте тщательно, конечно, те вещицы, которые я, например, сомневаюсь, заказывать или нет, я, конечно, вам тоже об этом рассказываю. Что касается вот этой блузки, нисколько не сомневайтесь, заказывайте. Блузка шикарная, классная, она свободная, легкая, очень, как я уже сказала, комфортно в носке, и, в общем-то, стирку выдерживает просто без каких-то проблем. Вообще, я ее просто постирала в сушилке, высушила в машине, и, в общем-то, одел и пошел.
Следующую вещицу, которую я хочу вам показать, девчонки, это футболка. Вот, кстати, футболок на сайте Shein я довольно-таки много уже заказывала, очередную футболку заказала. И почему-то в этот раз у меня получилось так, что я много вещей именно заказала вот розового какого-то оттенка цветочного принта. Я не очень люблю цветочный принт в одежде, но вот не могла удержаться, что касается вот этой блузки, там еще кое-что покажу с цветочным принтом. В общем, давайте обратимся к футболке. Футболка, конечно, того качества, которого, собственно говоря, я и ожидала, и постоянно получаю. Заказывала я ее в размере L. По составу я уже рассказывала, девчонки, в прошлых своих видео говорила о том, что по составу футболки там отличаются друг от друга. В частности, я заказывала и футболки 100% катона, очень довольна качеством этих футболок. Давайте заодно сразу покажу обратную сторону, кто, возможно, сомневается. Трикотажное полотно довольно-таки плотное, стирки выносит многократные, в общем, ношу с удовольствием. Да, и в частности, вот эта футболка тоже из 100% катона. Но, как я уже сказала, есть там футболки, и в состав входят и спандекс, тоже футболки отличного качества. Девчонки, вот так вот выглядит эта футболка. По размеру идеально она подошла, по ощущениям приятная, стирала, принт остался, не стерся. Длину имеет очень хорошую, она такая свободненькая. Я специально заказывала именно футболку вот такого свободного стиля. В общем, классная футболка. Да, мои дорогие, вы часто меня спрашиваете по поводу цены. Цены, скажем, на футболке, начиная от $5, и самая дорогая футболка $11, но это вообще ни о чем, собственно говоря, там 600, 500, 400 рублей стоит футболка, можно заказать много, но по поводу качества хочу сказать, что качество отличное, и качество превышает цену. Футболок на сайте Shein много, можно подобрать и по составу, можно подобрать и по расцветке, и с различными принтами. Я в прошлом видео показывала футболку, которая как бы фигурно была выполнена, и с повязкой на голове у девушки. Ну, в общем, кто не смотрел предыдущие видео, кто, возможно, впервые на мой канал попал, все ссылки, конечно, я оставлю либо в конце видео обязательно, вы можете перейти либо в плейлист с распаковками, там много-много интересного для себя вы найдете. И, конечно же, все ссылки на ту одежду, которую я вам сегодня покажу, я оставлю также в инфобоксе под видео. Вы можете просто зайти и посмотреть. Да, возможно, кто еще не знает, как же переходить по ссылкам, тоже у меня довольно-таки часто спрашивают, что значит в инфобоксе под видео, где найти эту ссылку. Мои дорогие друзья, кто с этим еще не сталкивался, вы под самим видео, опуская страничку вот эту вниз, можете найти информацию, то есть название видео, следом идет информация про видео, вы также можете опустить вниз, и все ссылки, и с разметкой размера, в общем, я там все оставлю, мои дорогие друзья, футболка вот эта вот классная, тоже я вам ее рекомендую. И, девчонки, следующую вещицу, которую я хочу вам показать, это свитшот. Свитшотов, конечно, я уже тоже много заказывала из различных сайтов, в том числе из Shein сайта я заказывала. В общем, очередной свитшот я заказала. Выглядит он так же, как и на картинке самого продавца. Что касается расцветок, тоже расцветки были разные. Был принт тоже довольно-таки интересный, тоже вот на черном фоне, но птицы. Вот какого-то такого розового оттенка. Тоже такой интересный довольно-таки был принт. Сам свитшот я заказывала в размере S. Идеально мне подошел. Как вы видите, думаю, успели заметить, что одежду я заказываю постоянно разного размера. И перед тем, как заказать, скажем, с сайта Shein, не поленитесь зайти в размерную сетку, потому что каждая одежда, вернее, каждый вот фасон одежды, он имеет индивидуальную разметку, то есть, если вы носите размер L, не заказывайте размер L, обязательно посмотрите по сантиметрам, там очень легко ориентироваться и практически невозможно ошибку сделать в момент заказа.
Горловина выполнена вот на такой резинке, металлический замок хорошо застегивается, расстегивается, манжет. Ну, в общем, такая классическая модель свитшота. И давайте покажу в примерке. Что касается ткани, это ткань плотный трикотаж. Он, конечно, гораздо плотнее, чем футболочная. Это не футболочная ткань. Внешняя сторона этой ткани имеет вот такую выработку. То есть он довольно-таки плотный. Свитшот. И давайте по размеру скажу. Полиэстер 95%, 5% спандекс. И давайте примерим. В примерке покажу. Длина рукава хорошая, так что длинноруким девчонкам тоже подойдет именно вот этот свитшот. Конечно, не с этой блузкой, два принта цветочных, тем более в таком разном варианте, конечно, лучше не использовать свитшот. Вот так вот выглядит. Не имеет карманов. Вот это, пожалуй, единственный недостаток в одежде, которую хочется как-то вот так одеть и чувствовать комфортно. Не хватает карманов. Но это не тот, как говорится, недостаток, который бы помешал этой покупке. Вот так вот он выглядит. Очень интересный принт. Сочетание оттенков тоже радует. Розовая гамма, голубая, такого кораллового цвета, белый, все это на черном фоне. В общем, выглядит очень эффектно. Думаю, в летнюю прохладную погоду это классный такой вариант, чтобы утеплиться как-то. Давайте покажу вам спинку. Спинка вот так выглядит, тоже здорово. Он не свитшот, этот имеет хорошую длину, он не куцый. Видите, вот так вот. Очень комфортная вот эта вот резиночка. В общем, свитшот классный. И комфортную ткань имеет. Так хорошо застегивается, расстегивается. В общем, классный вот такой свитшотик. Думаю, что если закажете, он будет в вашем гардеробе свое достойное место занимать и радовать в прохладную летнюю погоду. Такая классная штучка. Ну, как видите, девчонки, вот сегодня я делаю примерку и показ именно с шортами. Это шорты джинсовые. Как видите, вот сочетание вот этого свитшота с такими голубыми цветами хорошо подходит и под оттенок джинсовой ткани. В общем, вот такой классный свитшотик вы можете найти на сайте Shein. И, девчонки, следующее, что я хочу вам показать, это толстовка. Как вы заметили, и те, возможно, кто постоянно смотрит мое видео, знают, что одежду я показываю по мере, так сказать, их любви. То есть сначала я показываю то, что мне прям супер понравилось, супер-супер, и, как говорится, по убыванию. Но вот толстовки не входят никак вот в этот процесс убывания. То есть очень люблю я толстовки с сайта Shein. В общем, очередную толстовку я заказала вот такого розово-кораллового приятного оттенка с белым капюшоном. Капюшончик двойной. Внутренняя часть, вернее, ткань этой толстовки очень мягкая, очень комфортная. Вот, кстати, подобные толстовки мне очень нравится одевать на голое тело. То есть вот этот комфорт, который имеют вот эти вот толстовки, сродни вот как детскую одежду шьют из какого материала. Вот практически эта ткань очень напоминает именно на ткань для детей одежду. В общем, классная вот эта вот толстовка. Рукав выполнен регланом, манжета широкая, и по низу тоже идет такая манжета. Кармашки кенгуру на резинке, то есть не отвисают сами вот эти вот карманы, и комфортно. Сама толстовка хорошую длину имеет, очень комфортно вот нижние части облегает, не утягивает. И по горловине вот таким образом выполнен капюшон и резинка. Люблю я вот подобные толстовки одевать, скажем, на какие-то джинсовые куртки, когда можно капюшон вот этот белый эффектный поверх одежды для того, чтобы вот этот комплект освежить вот с белыми капюшонами. Толстовки классно, очень люблю я подобные вещицы, их у меня уже много, как я говорила.
И, мои дорогие, сейчас хочу вам показать вещицу, которая мне очень-очень понравилась, но есть некоторые вопросы, и хочу я с вами посоветоваться, что вы думаете по поводу этой вещицы. Заказала костюм. Костюм выглядит вот таким образом, конечно, так не понять, как он выглядит. Костюм состоит из двух деталей. Это вот такой топ. Заказывала, кстати, я этот костюм в размере S. И юбка. Костюм вообще шикарный, классный. Было два варианта цветовых. Был вот такого стиля, то есть черный фон и вот белая вот эта окантовка. И был стиль наоборот, то есть белый фон и с черным вот таким кантом. Ткань вообще шикарная. Вот из этой ткани, прям точно-точно из такой же ткани у меня есть свитшот. Тоже по поводу качества вообще никаких вопросов нет. Все идеально. Очень комфортная вот эта ткань. Внутренняя сторона ткани трикотажная. Ткань по ощущениям как будто бы вот двойной эффект имеет. Вот внутренняя часть вот такой сплошной трикотаж. А внешняя сторона этой ткани имеет вот такую вот выработку. Я думаю, что на камеру видно. Вот сейчас сфокусировалась. И хорошо видно вот этот вот эффект выработки трикотажа. Вообще шикарный костюм. По размеру, что касается, заказывала я этот костюм в размере S, как я уже сказала, и юбка, и топ в размере S. Но я думаю, что если вы захотите заказать вот именно вот этот костюм, я бы дала такой совет заказывать на размер побольше. То есть, что касается юбки, она на мои параметры идеально мне подошла. Что касается топа, он очень открытый, и под него, конечно же, нужен какой-то специальный бюстгальтер. Вот именно что касается одежды летней и открытых топов, то мне не нравится, когда видны лямки. Что касается даже вот этой блузки, если бы вот так вот шла еще лямка, это было бы не очень так эстетично, красиво. Но это на мой вкус, девчонки, кто-то, возможно, к этому так легко и просто относится. И что касается вот этого топа, тоже очень открытый вот это вот плечо, и поэтому идеально, если бы бюстгальтер все-таки имел лямки вот так вот по шее. Конечно, примерки, девчонки, я вам его покажу. Костюм классный, рекомендую. Единственный момент, совет мой, вы можете им воспользоваться, это заказать, но на размер побольше. То есть я вот сказала S, а нужно было бы, скажем, M. Потому что очень хорошее растяжение ткани это имеет. Ткань очень эластичная, очень комфортно. В носке, кстати, вот эта вот юбка комфортная. Юбку я, скажу честно, я уже ношу, одевала. А что касается топа, ну, скажем, только около дома по бэк-ярду хожу в этом топе. Как-то в какие-то магазины выходить не рискую. И, конечно, в примерке я вам покажу, мои дорогие, и напишите, что вы думаете по поводу вот этого костюма. Все, что я показала до этого, это просто супер-супер. Костюм этот супер, единственный момент по размеру, и вопросы у меня вот к самому топу тоже есть. Жду ваших комментариев, мои дорогие, я очень люблю читать ваши комментарии. Мне очень интересно знать ваше мнение, со стороны виднее, естественно. И поэтому подключайтесь, пожалуйста, к обсуждению, и я надеюсь, что видео вам понравилось. Мои дорогие, если вам понравилось видео, пожалуйста, ставьте пальчики вверх. Если вам видео не понравилось, вы можете поставить пальчик вниз. И те, кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, бла-бла, чтобы не пропустить новые видео. И я надеюсь, что вы с пользой и удовольствием, как всегда, провели вместе со мной время. А с вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.